Всем привет! В этом видео поговорим о том, как крупный и современный свинокомплекс построили в Башкирии. В Альшеевском районе Республики Башкортостан открылся новый крупный свинокомплекс. В него завезли первую партию свиней в количестве 3000 голов. К концу текущего года их содержание доведут до 16 тысяч, а в 2022 году в новом свинокомплексе будет постоянно содержаться до 60 тысяч голов свиней. Комплекс позволит ежегодно производить по 7,5 тысяч тонн мяса свинины в год. Инвестиционный проект реализует Уральская мясная компания, входящая в группу Tavros, которая в свою очередь является одним из крупнейших производителей свинины на территории Приволжского федерального округа. Суммарные затраты на строительство свинокомплекса составили 1 600 миллионов рублей. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест. Данный комплекс в будущем станет одним из значимых объектов животноводческого кластера, который планируется создать в регионе. Через месяц крупный комплекс Уральской мясной компании планирует открыть в Белебеевском районе. Он включает строительство мясокомбината, на котором планируется ежегодно производить около 200 тысяч тонн охлажденного мяса и до 100 тысяч тонн колбасных изделий. В создании мясоперерабатывающего комплекса на территории зоны опережающего экономического развития Белебей группа Tavros инвестировала свыше 9 миллиардов рублей. Проект реализуется с середины 2019 года и позволит создать в республике 1200 новых рабочих мест. Всего же группа Tavros осуществляет реализацию 5 крупных инвестиционных проектов, включающих строительство заводов по производству кормов для своих свинокомплексов, строительство комплекса по производству молока и кисломолочных продуктов по модернизации Чишминского сахарного завода. В стоимостном выражении группа Tavros вложила в реализацию инвестиционных проектов Башкирии порядка 30 миллиардов рублей. С вводом в эксплуатацию новых свиноводческих комплексов в Альшеевском и Белебеевском районе, а также по завершении строительства мясоперерабатывающего завода, Республика Башкортостан займет лидирующие позиции в России по объему переработки продукции животноводства. Стоит отметить, что данные инвестиционные проекты активно поддерживаются на уровне руководства республики. Предприятия, развивающие в регионе проекты в сфере агропромышленного комплекса, получают налоговые льготы и преференции на реализацию своих проектов.